Перед началом видео хочу сказать, что будут мои грязные волосы и не потому, что я их не смогла помыть, а из-за шампуня, и еще будет очень много бомбежки из-за вещей. Сейчас вы все увидите. Всем привет! Я уже забрала посылку и, конечно, распаковала ее, потому что я была не дома. Сейчас я покажу, расскажу, какие я вещи заказала. Ну, первое, наверное, это очки. Они вот в таком вот футляре. Это же футляр. Ну, короче, чехол. Открываем, и там находятся очки. Они вот такие вот крутые. Короче, классные, прикольные. И в комплекте еще была тряпочка специальная, чтобы протирать... Ну, какая она прозрачная. Протирать очки. Вторая вещь — это будет чехольчик для AirPods'ов. Почему не делается? Вот. Он такой прикольный, такой как стеклянный. Короче, прикольный и хорошо, типа, держит чехол. Дальше у нас будет еще один чехол, только для моего телефона. Такими цветочками всякими разными. Короче, обычный прозрачный чехол. Дальше это у нас будет стекла на телефон. Я уже наклеила одно стекло. Кстати, супер! Оно ушло в такой вот упаковке. И вот так вот оно, типа, открывается. В комплекте идут три тряпочки. Дальше были вот такие вот три наклеечки. Они мне, кстати, не понадобились. Я сама все сделала. И они упакованы очень хорошо. И там лежат стекла. Вот такие вот стеклышки прозрачные. Ну, короче, вы поняли. Дальше все украшения идут. Их просто 15 штук. Дофига. Я не знаю, зачем я их заказала. Я не ношу кольца. Ну, а чё? Дёшево, богато. Короче, я сейчас вам просто так покажу наглядно. Я не смогла вам показать, потому что их было очень много. Короче, их просто дофига. Я тут прикреплю, если что, фотографии поближе, чтобы вы посмотрели. Это что сделалось? Что упало? Я испугалась. Страшно. Бу, это была я. Следующие колечки, это специально, короче, делать косичку и прикреплять вот такие вот маленькие колечки. И выглядит это супер круто, супер модно, супер классно. Дальше, это у нас идут сережки, всякие разные. И один минус этих сережек, то что одни сережки у меня сломались. Да. Вот такие вот они большие, вот моя рука и вот сережка. Сейчас я надену эти сережки и покажу, насколько они большие. Вот настолько. Я не знаю, идут мне эти сережки или нет, буду я их носить или нет, но они такие по весу, типа, тяжеленькие. Следующие сережки, которые еще не сломались, это вот такие вот. Кривожопая. Это вот такие вот сереженьки. Примерим. Ну, короче, вот такие вот сережки. Не знаю, какие лучше. Вот. И следующие сережки. Их было три пары, которые сломаны. Можете видеть то, что вот так вот штучка отгибается и вот так вот загибается обратно. А тут сережки, я просто отгибаю, и они очень тяжело отгибаются. Это первое. А второе, оно просто обратно не загибается, я не могу. А тут оно вообще отломалось. Типа, что за фигня? Что за развод? Ну, и за такую цену я так и думала, то, что может быть что-нибудь сломается. Нет, конечно, я так не думала. Но все равно, типа, это не настоящее. Я тогда вообще расстроилась. Ну, типа, серьезно. Так жалко. Они тоже красивые. Да. И последняя вещь — это цепочка с бабочками. Блин, тут замоталась. Еще и распутывать. Ё-моё!
У меня реально забомбило, потому что я сейчас сижу, монтирую видео и понимаю, насколько долго затянулось видео из-за этого, что аж пришло все это убрать. Короче, она такая двойная, тут две бабочки, одна побольше, другая поменьше, и типа тоже классно смотрится, круто. Короче, все прикольное, что я загадала, конечно, кроме сережек, это большая проблема. Ну и все, это вся была распаковка, не распаковка, а обзор на то, что я заказала. Всем пока!